Прошу отключить мобильные телефоны. Сегодня в Рахмайновском зале Московской консерватории звучит музыка Татьяны Георгиевны Смирновой, рожденной Шульц. Сочинение для голоса и виолончели «Силенциум», «Тишина», опус 99. Исполняют первые исполнители этого сочинения: Елена Золотова – сопрано, Максим Золотаренко – виолончель. Thank you.
Александру Загоринскому. Исполняет заслуженный артист России Александр Загоринский. Партия фортепиано Иван Соколов. Thank you.
саксофона соло. Это двухчастное сочинение, посвященное Ивану Дыме. Сегодня первое исполнение. Исполняет лауреат всероссийских и международных конкурсов, солист Московского театра имени Образцова Иван Дыма. Thank you.
Thank you.
памяти Татьяны Смирновой. На концерте. Созвучие виолончели текут протяжно, как краски чистой акварели на лист бумажный. Летают пианистки руки над строчкой клавиш, гармонии рождая звуки, любовь, чтоб славить. Смычки легко плывут по струнам, аккорды брыжут, мелодии подобны лунной палитре жизни. Все чувства человеческие слиты в одном концерте. А музыка, как и молитва, есть шаг в бессмертие. Благодаря музыке Татьяны Георгиевны было создано трио «Гобой, виолончель и фортепиано». Трио «Лиджи Артис». С сегодняшнего дня это трио имени Татьяны Смирновой. Дивертисмент «Музыканты шутят» в трех частях. Сценка, серенада, финал. Исполняют лауреаты международных конкурсов Альвина Максимова, гобой, Жазира Абдигали, виолончель, Ольга Зайцева, фортепиано, трио Татьяны Смирновой. Thank you.
Антракт 15 минут.